Приветствую вас на канале, в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты». Рубрика «Таро. Прогноз». Я смотрю ваши комментарии и очень прямо много просят Запорожье. Запорожье я могу. В Запорожье была, Запорожье делала, собственно. Я думаю, там будет все то же самое, тот же расклад, но давайте обновим. И потом, я так понимаю, вам важно услышать еще раз. Пусть это будет даже еще раз. Хорошо, Запорожье. Что ждет в ближайшее время Запорожье? Запорожье собирается силой, получает помощь материальную, собирается силой, да, собирает все резервы, ресурсы. Такая непростая ситуация, да, когда вот на весах. Такой сложный момент получается, да, вот куда перевесит. Где-то, видите, как-то отсекают Запорожье по отшельнику, отсечение, отделение, да, как бы, наверное, пытаются, наверное, да, как-то отсечь, как это по-военному, как это можно все в военной практике. Но это не оккупация, не изоляция, ничего, это отсекают. По жрице, это как бы, понимаете, еще непонятные результаты, тайные еще. Еще не открывается. Ну, итоговая карта победа. Итоговая карта победа. Иерофант, опять же, это помощь, благословение. Я думаю, придет помощь прямо какая-то, да, вот, сверху. Что там будет такое, не знаю, может новые войска, может быть новое оружие, что-то такое, какая-то поддержка прям вот, знаете, Иерофант это учитель, наставник, помощник, благословение опять же, хорошая карта и ситуация однозначно, победа однозначно, что такое, спокойно. Ну вот, пока тут война, пока идет активное какая-то, активное действие. Ну ничего, ну вот, будет наступление будет. Запорожье, смотрите, вот наступление, говорю, и все падает. Запорожье там все отобьют, всех выгонят. Что переживаем за область? И область, ну будет летать, видите, такая бомбежка в небе летает. Зараза еще, да, но оказывают большую помощь, там хорошие шансы по области, к сожалению, видите, такая вот сложная ситуация по области, гуманитарная как катастрофа, именно по области, по самой, я так понимаю, там часть занята, наверное, да, часть каких-то, может быть, сел или городков небольших. Вот те, которые заняты, там, конечно, видите, уже идет гуманитарная катастрофа, там уже проблемно. Но выбор партнера, партнеры, союз, да, вот на помощь придут. Это правильный выбор, смотрите, будут спасены, императрица, будут спасены. Вот Запорожская область вся будет спасена. И сложно, и смотрите, и вся будет в семье, будут праздник отмечать вместе, довольны, все получится. Девятка кубков, когда все получается, как задумано. Освободят все, если занятые регионы Запорожской области, их освободят, будет победа, и Запорожье, в принципе,
без особой опасности, сам Запорожье, без особой опасности, область, да, там вот, видите, и все летает, вот она такая вот, как сложная очень ситуация, потери, но уже будет скоро помощь, как бы, да, от союзников даже может быть, союз, ну, от партнеров, в части, может, какие-то придут на помощь. И будут все спасены, и будет победа, будет праздник. У меня в раскладе все будет хорошо. Ну, на это я и надеюсь. Я надеюсь, что так и будет. В Запорожье сложнее, в Запорожской области сложнее ситуация. Вы видите, там, ну, в самом Запорожье, в принципе, лучше. Там без каких-то серьезных, там даже ничего такого страшного, именно в Запорожье. В области, да, в области сложнее, но все равно исход. И в Запорожье, соответственно, победа. И вы видите, уже прям победа падает. Не просто там опасно, не опасно, а уже победа. Но оно приближается, оно все ближе и ближе и ближе. Знаете, как самая темная ночь, она перед рассветом. Приближается все равно, вот по массе знаков приближается, и людям и сны снятся, и какие-то знаки получают, и в картах я все чаще вижу именно знак победы, чего раньше не было, были там другие карты, да, о безопасности, о том, что защита, а здесь именно победа начинает падать. Все идет к тому, мои дорогие, все идет к тому. Ну, нужно ждать, просто верьте и не отчаивайтесь. Главное, не отчаивайтесь, не впадайте в уныние, но все будет хорошо. Ну, все еще будет. Нужно верить и ждать, верить и ждать. Расклад на Запорожье и Запорожскую область позитивный. Спасибо.